гордость. Ну, конечно, не все мои гордости, это бесспорно, но и у меня просто есть несколько тренеров, мои опоры и поддержки. Вот это одна из них. Когда мне надо какая-то вот срочная помощь, я могу к ней прийти, говорю: Влада, надо помочь. Вот она мне никогда не отказывает. У нее уже есть свои ученицы, она идет в группы, она умничка, она прекрасный тренер, у нее хорошо получается. Ее ученицы танцевали уже сегодня в Саиде с тростью, в костюмах зеленых, вы видели. Это она их уже воспитала, до того уровня довела. Она очень талантливый танцор, талантливый преподаватель. Очень хороший человек. И сейчас она покажет, насколько она талантлива. Встречайте Кузина, Влада и ее...